Сегодня пришел очередной номер фиксиков. Посвящен водному транспорту. Раньше у нас в нашем детстве называли гарантийными человечками. Приступим. Тут какая-то реклама. Вот же реклама ниже про путешествия. Что мы дальше видим? Колонка симки и нолика. Тут рассказано, показаны определенные виды лодок, парусник. И вот что интересно, это рисунок. Можно нарисовать водный транспорт. Все. Так, дальше. Комикс. Почему называется альбом Кати, не знаю. Почему здесь Катя? Вот такое. Это подружка Дим Димыча, да? Насколько я понял. Дальше. Рассказ дедуса про подводную лодку. Как она устроена, кстати, интересно. Ребус. Не знаю, даже не буду разгадывать его. Так, лаборатория профессора Чудикова. Кстати, да, вот задавался тоже, многие задавались вопросом, как лодка вот эта попадает в стеклянную бутылку. Вот как раз и ответ на этот вопрос. Оказывается, она складная, а потом расправляют, да, вкладную лодку, впихивают бутылку и расправляют. Так, поделки. Что мы сегодня будем делать? Только со взрослыми. Да, единственное, скорлупу от грецкого ореха достать надо. Будет такой кораблик. Так, что у нас дальше? О, календарь. Интересно. Почему-то определенные дни только праздничные, видимо, отмечены корями. Ну так. Так себе. Фиксик, капитан. Так, это что? Это у нас рассказ про капитана. Тоже небольшой комикс. А, по профессии капитана. Обычно посвящена школа фиксиков. Да, учат мастерить елку. Так, 10 отличий надо найти. Это ребус. Как обычно в своем духе. И опять поделка морского знака. Ну, не поделка. Тут значок просто. Веревчик. Рисунки. И все. Ну, какое мое мнение? Это журнал, конечно, вот этот выпуск не особо мне понравился. Нет ничего такого. Ну, мое субъективное мнение. Предыдущий номер был намного интереснее. К сожалению, видео детское, комментарий не оставить. Пишите какой-нибудь другой комментарий в другом видео, который не помечено как детское.